Всем привет, ребята! Меня зовут Ваня, точнее коммунистический Бенди. Еще со мной сегодня кто? Это я, Андрей, всем привет. И сегодня, ребята, последний день лета. Да, я как-то раз упоминал об ролике, если что, ссылка на этот ролик будет в комментариях. Ну а мы начинаем. И после этого мы проходим паркур. Да, и мы будем проходить паркурчик. Только два раза не надо нажимать. О, а вот и первый уровень. Так, он какой-то легкий. Да, проходи ты первый, а то я знаю, скинешь меня. Ребят, кстати, иногда мы будем друг другу скидывать. Блин. Ладно. Так, ну давай. Ой. Ладно, идем дальше. Слушай, может надо спаунпоинты поставить, нет? А, да, вот тут сейф, кнопочка. Так. А что она не работает? Слушай, давай пропишем команду спаунпоинт. Так, иногда, ребята, мы будем ставлю спаунпоинты. Я тоже себе поставлю. Ладно. Ладно, ну чё, давай. Так, ну второй уровень. Так, давай, иди в лаву. Ты чё? Проходи, давай, ты первый. Давай. Проходи первый. А то я знаю, ты меня будешь скидывать. Да. Так, ребят, я знаю, Ваня меня тоже. Ай! Андрей, блин. Ничего страшного. Ладно. Только меня не делай. Да иди уже, не буду. Так. Опа. Ай, мы чуть не упали. Ты чё? Ну, ребята, я же говорю то, что вы будем скидывать. Да проходи. Чё ты, Вань? Да проходи первый. Ай. Проходи. Ладно. Проходи первый. Ай, мне лава мешает. Ну ладно, это ничего страшного. Меня тоже, блин. Так. Вань, ладно, давай, догоняй меня. Ладно, давай. Да-да. Давай уже, проходи. Так. Да блин! Я почти допрыгнул. Какого хрена? Ладно. Так. Да блин! Ладно, ребята, будем Вань, давай, я как бы уже здесь. Так. Сразу бегу. Да блин! Я как бы не сказать, уже ненавижу эту игру. Сейчас, опа, подождите. А вот это уже сложно было, но я прошел. Я сейчас поставлю на паузу и к вам вернусь. Так, вроде вот, следующий и... Ну, наконец-то! Наконец-то, блин! Столько попыток было, вы даже не представляете, так, сколько было. А теперь куда нам нужно прыгать? Вон на те плиты, что ли? Да, давай. А тут уже снежная вот эта вот штука. Давай снова спаунпоинт. Что? А, да. Давай тут снова спаунпоинт припишем. А, ну давай. Блин. Так. Да блин, я нажимаю пробел, а она не прыгает. А я как бы уже прошел. Да какая-то... Ладно, сейчас попробую. Опа. Ребят, это ничего страшного. Я попробую как-нибудь сам дойти. Нет? Опа. О! Опа. Давай. Блин. Ладно, если что, опять попыток. Блин. Ладно. Так. О, блин, я чуть не прыгнул. Давай, Ваня. Я чуть не упал, реально. Молодец. Да, и ладно. Ты с разбегу прыгай. Ладно, тогда попробую я еще раз, потом вернусь. Ой. Ну давай, Ваня. Блин. Ой, рыгнул. Так. Это же страшно. О, а это где мы? Блин, а мы в каком-то данже. А, вот. А, это что, какой-то другой лабиринт? Блин. Так, да. Паркур какой-то другой. Да. Стоп, а что это за сундук там? Одет, открой, посмотри. А, там пусто. Посмотри. Давай, я за тобой иду. Да, ладно. Давай, Ваня, проходи. Сколько тут вообще всего уровней? 27? Я че не знаю. Ну, показывает, что 27. Это там игрок какой-то прошел. Ай! На паутину упал. Так, ладно.
Так, я иду дальше. Самое опасное. А ты мастер? Я пока что еще. Стой, на месте. А куда? Мне кажется, туда дальше прыгать. Я справлюсь. Ты думаешь? Так, дальше сюда. Давай, ты справишься. Да, блин. Впритык. Ладно, не знаю, как ты, но я уже прошел. А как ты вообще прошел? Читы, что ли, подрубил? Я просто умею проходить паркуры. Ну ладно. Блин, впереди меня... Впереди еще много попыток. Так что скоро вернусь. Блин, столько попыток. Ладно. Да почти допрыгнул. Что такое? А, стой, подожди, в команду... Еще можно в этой карте... А, тут нельзя использовать команду kill. Нельзя. Ладно. Так. Ай, я тоже упал. Только меня не толкай! Иди уже. Я тебя пропускаю. Давай, опа. Да блин! Ну сразу бегу, надо было прыгать. Ладно, тогда. Так, так, ребята, мы проходим этот паркур. Лучше бы дропперы прошел. Ой. Потому что дропперы — это самое то, чем просто проходить какой-то нудный паркур. Так. Ладно, ребята. Вань, тут уже задерживайся. Давай тогда. Фух, еле как прошел паркур, ну ладно тогда. Так, Вань, смотри, я уже на следующем уровне, смотри, тут, походу, нужно стрелять. А, точно! А где тут фонари? Фонарей тут нельзя. Так, нужно попасть по ним. А где... где... Тут один лук. Так, по первому попал. Так, давай, Андрей, ты сможешь. Я-то не умею стрелять из рука. Дверь открылась! В смысле? Дверь открылась, смотри! А, идем. Так, это что? Блин... Водичка. Стоп. А, так это что, водный паркур? Тут надо по кувшинкам прыгать надо. Ай. А, ну это хотя бы что-то легкое. Ну, можно и по кувшинкам прыгать, а можно и так приплыть. Я лучше попрыгаю по кувшинкам. Опа. Ребят, скажу, кувшинки — это опасное. Потому что они могут проломиться, и все. И ты, как бы сказать, смерть. Ну не в Майнкрафте, а в реальности. Да, точно. Это если бы ты не умеешь, если ты не умеешь плавать. Так, о, легко. Вот тут смотри, да. Наковальне. Где? Вот перед тобой наковальне. Подожди, паркур по наковальням? Да. Да, у меня впервые такое. Ай. Блин, тут темно и ничего не видно. Ладно, но мы в темноте справимся. Так, ладно тогда. Прошел! Давай, давай, Андрей, ты сможешь! Я прошел уже паркур. Ребят, ну наконец-то хоть... Варя, хоть какой-то паркур. Прошел. Так, ну-ка. Так, а тут смотри, сейчас, тут квартира. Левел 7. Я знаю, что это за блоки, я видел это в крепости водной. А, вот следующий уровень. Или нам не сюда? Вроде я даже не знаю. А, подожди, нам сюда. А тут какая-то кнопка, кнопка какая-то. А, что за кнопка? А, тут блок появляется, что ли? А, точно. Так, ну-ка. Ай, там еще паркур по лесенкам, который я ненавижу. Лучше бы там пролетел, кретин. Там еще какой-то рычаг. Там какие-то рычажки и кнопки. А, ну, по-моему, по ним тоже нужно нажимать. Ну, тоже надо нажимать. Все, давай, проходи, Ваня. Я уже как бы... Давай. Прошел. Давай тогда. Спашу, диди. Так, ну чё? Так... Угу. Что это за кнопка-то, не понимаю. Я тоже не знаю, что это за кнопка. Попробуй по ней попасть. Попробуй. Что это? Что это еще уже было?
Там, я даже не знаю, что это. Но кнопка, судя по всему, нажата. Там какой-то механизм сработал. Тут фонари сработали. Где? Вот они, смотри, вон они. Они светились еще? Я вижу фонари тут. Так, ну-ка. Тут, смотри, тут лесенки. А как я проходить-то буду, Вань? Зачем ты мне лестницу убрал? Я не убирал лестницу, тут она была и без лестниц. Так, ладно, ребят, я сейчас пройду паркур и вернусь. Фух, блин. Так, все, вот мы, я прошел паркур, идем на следующий уровень. Так, это лабиринт, а нет, это... Подожди-ка, это... Что это такое? А, это лестница, это что, лестницы какие-то? Может, это переход куда-то там? Я даже не знаю. А что за рычаг? Тихо. Ладно. Может, ничего это... не сработало. Может, это спаунпоинт? Так, батуты. О, а, тут уже... Ай, блин, тут нужно прыгать, походу. Блин! Ну, так, всё. Ладно, ребят, давайте еще раз. Ладно, ребят, мы сейчас вернемся, когда пройдем еще раз паркур. Давай. Так, ладно. Так, ребят, ладно. Со второй попытки... Блин. Слушай, а мне кажется... Или... Давай, прыгай. Блин. Ладно, давайте еще раз. Ладно, ребят, мы вернемся, когда еще раз. Давайте. Мы еще... до сих пор проходим, но я уже знаю, как проходить... Все, прошел. О! Ничего себе! Вот это. Так, а это здесь что? А, чтобы. Твою ж налево! Ты смотри, а, тут лесенки. Тогда, ребят, мы вернемся, когда пройдем эти лесенки. Да. Так, ну чё? Итак, ребят. Я знаю, ребят, как я знаю, как это проходить. И поэтому. Ух, прошел. Блин! А может, так, чистить? Ладно, ребята. Методом? Ладно, Ваня. Ладно, ребят, подождем, когда Ваня пройдет. Угу. Фух, наконец-то я прошел. А теперь можно спокойно подниматься. Так. О, я смотрю, так, и что тут? Что? А, я знаю, это что? Нужно не докасаться воды. А я тогда почему касаюсь? Ладно. А это как проходить? А это что, по воде нужно подниматься? Нет, это все, смотри. А это здесь... Погоди. Там что это? Батут какой-то? Ты как? По-моему, нужно на те блоки прыгать. Вот я, блин, дурак. Ладно, ребят, мы скоро сейчас пройдем. Наконец-то, блин. Все, ребят, мы прошли и спускаемся по этой водичке. Так, и что это у нас? О, тут какая-то кнопка. Ну-ка. Все уровни пройдены, оцените карту. То есть, все, ребят, мы прошли карту, но я оценю ему до 7. А я оцениваю до 10. Так. Потому что карта очень крутая. Ладно, теперь можем осмотреть карту. Получается, вот так мы и долго проходили. Так, смотри, а смотри карту. Подожди-ка, так, опа. Ого! Ничего себе! Вот это ты... Все, ребята, вот мы прошли карту. Тут, смотри, командные блоки. Вот эти вот кнопки, это все механизмы, вот эти вот все. А, ну я знаю. Все, ребят, вот мы наконец прошли карту. А, ну ладно тогда. Так это... И мне придется сказать правду, как вот это вот. На самом... А, так, ребята, где Ваня? Я вообще-то в наблюдении. Подожди-ка, а ты где? Я уже сам... Я там, где оцениваю карты. Ты пыхнешь ко мне, пожалуйста. Подожди-ка, так я могу за тобой идти. А, я вот здесь, видишь меня? Ага, все. Все, если что, я в креативе, поэтому вот так вот. Так, и все, ребята. Вот мы нет, пошли. Я еще... А, подожди-ка, запись идет. Ну, все. Ну... Вот мы и прошли карту. Так, я его оцениваю до... Подожди-ка, а тут... Ну, хотя можно и до 7 оценить. Ладно. Воу! Да. И все, ребята, мы прошли карту. Ладно. Ну, и сегодня... И, ребята, мы хотим
всем пожелать вам удачи в новом учебном году. Да. И да, ребята, если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, влепите это видео лайком. Подписывайтесь на мои социальные сети, ссылки будут внизу. Также еще подписывайтесь на моих друзей, ссылки тоже будут внизу в описании. Ну, на этом все. Ну, с вами, как всегда, был я. Меня зовут Ваня, и еще Андрей Про 2010. И всем пока, ребята. Всем пока, ребята.